как начать строить свитер? Не с полочки, спинки, рукавов, а с кармана. Карманом же заканчивают. А мы здесь с него начали. Это третья часть реалити-шоу для вязальщиц «Головный карман», где все начинается с кармана, как от печки. Ссылки на первые две части будут в описании под видео. Время прошло, мозг подкинул идею. Заполнять вот это место. Будем набирать и двигаться. Здесь вплотную, а здесь хотелось бы сохранить вот эту подверточку. То есть вот где-то здесь. А дальше, ну, посмотрим. Выбираю теперь вот такой голубенький цвет. А сделаем-ка мы тоже вот такую подверточку. Свяжем ее вначале, а потом прикрепим. Как идея. Место, где мы прикрепляемся, это вот это. Поэтому, чтобы знать, сколько нужно, надо вначале посчитать, сколько здесь петель. Набираю. Вначале мы свяжем вот эту подверточку, потом будем навешивать деталь. 10 рядов провязано. Нам нужно посадить это вот в это пространство между вот так. И поворачиваем сейчас наизнанку и навешиваем. Здесь петля в петлю, а здесь нужно будет немножко растянуть. Все, теперь мы вяжем. И с этой стороны я буду навешивать так, чтобы закруточка вон там сохранилась. То есть не за крайние петельки, а немножко отступая. А с этой стороны точно по краю. Вот теперь с правой стороны все уже дошли мы до вот этой вот части горизонтальной. И теперь я думаю, что надо часть навесить и продолжить. А с этой стороны еще не до конца. Так что продолжим до конца и, наверное, тоже здесь добавим. Вот 10 иголочек навешаны. Вот справа у нас вот так вот получается. Доберем здесь сколько-то петель. Вот такая вот часть получилась. Здесь закрыла я и продолжила. Сейчас закрою и посмотрим. Вот так выглядит наша голубая часть. Вот она, подверточка. Здесь не сильно такая закруточка получилась. У нас идет наращивание деталей. Но вроде как следующая сюда просится. А каким цветом? Я думаю, желтенький сюда подойдет. Продолжаем. Интересная идея появилась. Сделать вот здесь вставочку полосатую. Желтую с синим цветом морской волны. Полосочками. И причем не вдоль, а поперек. Как действуем? Пусть у нас лицо все время будет на лицо. Хотя и это не обязательно. Можно и наизнанку. Только произнесла, подумала, а можно же и наоборот. Вот это у нас место, где мы будем полосочки делать. И берем теперь, набираем от этой стороны. И у нас будут полосочки вот так идти. Вот так у нас это уже готово. Слева будем навешивать петельку каждые два ряда и менять цвет. Навешиваем петельку следующую. Вот так закончилось наше вязание, наша вставка. И сейчас мы вот эту часть навесим сюда и закроем. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Вот такая вставочка. Сейчас мы ее примерим. Очень хорошо посмотреть, как это вяжется. Точные инструкции или неточные. Но еще лучше попробовать. Я предлагаю вам бесплатный мастер-класс «Шаль-водоворот». Там интересные есть
такие моменты, которые вы даже не видели нигде. Ссылка будет под видео. Вот так это выглядит. Наш карман. И вот эта вот вставка. Вместо выкройки у нас вот такой свитшот, который хорошо сидит. И мы на него примеряем, как это будет. И так добавляем следующие части. Я сделала примерку на себе, не полагаясь только на кофту, чтобы карман был все-таки на месте, а не посередине. И получилось, что вот это место, оно подходит как подмышка. И я сделаю прямую пройму, не буду делать этот точной рукав, это очень сложно здесь. И это будет точка подмышки, и это будет перед, вот здесь будет продолжаться вперед. Еще я подумала, что неплохо бы добавить еще один цвет сюда. Вот такой серый, и это нитка букле. Но я думаю, что она по толщине будет похожа с этими нитками. Начнем мы отсюда. И будем вот эти вот края набирать на петли, на крайние, чтобы соединялись они у нас. А сейчас с этой стороны доберем и продолжим вверх. Я поздравляю себя и вас с ошибкой. Я что говорила, что это будет точка подмышки, а сама присоединилась. Ну, вот смотрите, каково. Это замечательно. Распускать я не люблю и не буду. Я лучше подумаю, как это использовать. Это, в конце концов, может быть прям вот такой сильно спущенный рукав. Ну, вот такая вот как бы ширина. Можно сюда передвинуть, на эту сторону посмотреть, как с этой стороны будет выглядеть. Замечательно. Ошибка. Это была третья часть реалити-шоу «Главный карман», где мы берем карман как печка, от которой мы танцуем, и начинаем вязать то, куда мысль идет. Следуйте вначале за мной, а потом отпустите. Видите, я уже не записываю чертеж и смотрю, что по ходу получается ошибка. Хорошо, идем дальше. Пробуйте сами. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете, что вы чувствуете. Даже если вы сердитесь на меня, обязательно пишите. И продолжим. Впереди у нас непонятно что, этим и интересно.